Украденный у сержанта ДПС в Шымкенте автомат нашелся в подвале городского кафе «Рахат-Ай». По словам прокуроров Абайского района, сотрудники кафе сначала услышали громкий стук, а затем шашлычник обнаружил на кухне автомат, который кто-то закинул в помещение через приоткрытое окно. От греха подальше представители общепита перенесли оружие в подвал, однако звонок в пункт полиции Абайского района поступил, как уверяет прокурор, от неизвестного лица. В ходе проверки данного факта было установлено и обнаружено автомат Калашникова с 30 патронами. На данный момент автомат изъят, по нему проводятся определенные оперативно-розыскные мероприятия. Также по данному вопросу работают и криминалисты. Напомню, автомат с полным боекомплектом пропал 24 сентября. Сержант ДПС не обнаружил табельное оружие, которое он оставил в машине друга, вернувшись с обеда. Сержант отстранен от работы, возбуждены два уголовных дела по статьям «Халатность» и «Кража». Стоит отметить, что ДВД никак не комментирует инцидент, даже несмотря на официальные запросы.